Итак, добрый день, дорогие зрители. Сегодня хотел бы показать видео, как правильно точить ножи. Так, для этого нам понадобится вода в банке, соответственно, нож, точильный камень и обычная пищевая соль. Так, ну и столовая ложка. Так, значит, начинаем. Это мы пока убираем. Нам пока не надо. Вот, набрали мы воды в банку. И теперь нам нужно засыпать в банку соли где-то примерно 2 столовых ложки. Ну, вот так вот и хватит. Все, засыпаем, соль уже нам больше не пригодится. И все это перемешиваем аккуратно. У нас теперь получился солевой раствор. Я думаю, достаточно. Теперь берем нож и кладем его сюда. Лезвием прямо в воду. Это мы делаем для того, чтобы полегче было точить. Потому что в солевом растворе металл становится немного мягче. И нам придется подождать минут 20-30. Ну и все, прошло 30 минут. Достаем нож. Желательно вытереть его чем-нибудь. Так, все, вытер. Берем теперь точильный камень. И точим нож вот так вот под углом, ну, примерно 20-30 градусов, вот такими движениями. Ну так, минуты 2 с одной стороны и минуты 2 с другой стороны. Я думаю, этого будет достаточно. Если у вас нет точильного камня, то можно использовать напильник либо наждачную бумагу. Так, теперь с другой стороны. Я думаю, достаточно подмыть, чтобы все готово. Ну, теперь проверим, как, например, картошка у меня вот есть, и как он режет. Ну, все, вообще все идеально, даже не напрягаюсь сильно. Вот так он. Думаю, вам видео понравилось. Ставим лайки, подписываемся на канал. До скорого!